Конечно, эта сториз будет гораздо позже опубликована, чем снимается. Но вот мы на подлете к Японии, уже идем на посадку. Сухогрузы в море. Полет в целом прошел хорошо, но ножки затекли. Заходим на посадку. Токио встречает нас дождем. Плачут небеса от того, что от счастья того, что мы приехали. Вот. Ну, в целом, в Новосибирске-то помягче, я хочу сказать. Первое, на что мы со Славой обратили внимание после посадки, что нет людей вообще. Тут стоит куча техники, какие-то ямы, стройки, а людишек нету. Хоть бы на япошек глянуть в естественной среде обитания. Мы наконец прошли все проверки. А, вот, как раз отлично, да. Дольче Габбана нас встречает. Да, я еще чуть болею, но уже здание понимает. Короче, мы спускаемся в японское метро. Прямо из аэропорта. Какой-то поезд, который... Сам аэропорт в 60 метрах находится. Честно говоря, ничего не понятно. С трудом разговаривают по-английски. В общем, сейчас будем врываться в квест. Так, короче, маленький любитель сториз. Если вы когда-нибудь соберетесь в Японию, так как мы, не будьте такими непредусмотрительными и поменяйте в Москве деньги на доллары или лучше на иены. А может даже лучше на доллары, чтобы здесь поменять. Мы не взяли с собой вообще йен и столкнулись, потому что билеты на метро не купить за карточку. Блять, нас отправили на какой-то хер поймишь какой этаж. Банкомат. Банкоматы мы не нашли, потом нашли. В общем, поезд не понятно, во сколько он ходит. Короче, квест. Ребята, спамить вам буду много, предупреждаю сразу. Наконец-то мы сели в поезд. Поезд, в принципе, не тот Синсакен, который 350 едет, а который просто вот как наша электричка выглядит. Вот так выглядит схема метро токийского. Добраться нам нужно до станции Мита и сделать одну пересадку в... Как она называется-то? Асладжи какой-то, в общем. А мы вот здесь находимся. Наконец-то мы вышли из московского из токийского метрополитена. Очень крутые лестницы, на самом деле, и для колясок. Нету подъемов, непонятно, как они там, бабушки, дети поднимаются. Короче, уже идем вот в гостишку. Даже на, что интересно, примечательно, на тротуаре праворульное движение. Слав, нам дальше. Что тут хорошего из техники гоняется? Я, конечно, дико прошу вас прощения за мою дикость. Смотрите, ментовский краун на колесах на ворках поехал, клево. Короче говоря, сегодня был дождь, а машины все просто идеально чистые, настолько чистые. А вот так выглядит наш скромный отельчик. Называется Вилла Фортуна. И вот где-то вот там, буквально в пешей доступности, находится та самая дайва, на которой будет чемпионат. Из моих сториз вам показалось, что Япония не сильно ебанутая страна, но нет. Приехали картингисты в костюмах Человеков-пауков и прочих супергероев. Давай, Спади, давай, газуй, парень! Леха Миловидов, он поехал. Лех, объясни, пожалуйста, нормальным людям, что происходит, что это за кортеж какой-то невменяемости. Деление у нас странным образом с 3 часов, поэтому мы пошли пообедать. Какой-то очень уютный маленький ресторанчик. Но он не оказался не рыбным, он оказался куриным. Сейчас будем. Еле объяснили, что хотим. Ну что, ребят, покажу вам по случаю отель, в котором мы живем. Несмотря на то, что вот я показывал его, он огромный такой пафосное стеклянное здание. Этажи для нас, простых смертных, с 14-го. И когда выходишь из лифта, кстати, вот моя прекрасная сорочка, служащая местным халатом, значит, выходишь из лифта, у тебя такая картина. У тебя вот такой холл, вот так стоят по краям номера, и вот 13, 14, 15, 16. И, конечно, несмотря на внешнее монументальное здание, номера очень-очень скромные. Вообще Япония очень скромная страна, на жителях нет... Вообще украшений никаких. Все очень маленькое, компактное. В общем, не знаю, может, я, конечно, не прав, но это мое личное наблюдение. Вот, и, ну,
прям разительно отличается, очень интересно. Сейчас вам покажу номер. Значит, заходим мы в номер, вставляем мы карту. Чик. Первое, конечно, что мы видим, что это номер, сразу в нем живут ребята, причастные к автоспорту. Слушайте, манометр. Так, вот тут ноги мужские, конечно же. И... Блядь. О! Манометр, сушится комбинезон. Такой вот компактный унитаз с кучей этих самых, вот эти японские фишки с... типа с биде, там, грелка, там, вся фигня, вот такой продвинутый. Вот. Как я показывал, унитаз проснулся. Главный лекарь всея Руси. Короче, вот такие две прям маленькие кроватки. Расстояние буквально вот от стены совсем небольшое. Вот такой вид из окна. Вот. Ну, в общем, короче говоря, вот такой вид из окна. Да. У нас бы сильно круче номера в таком отеле были. Сильно круче. Как минимум больше. Вот здесь прям все сжато, сжато, сжато. Сейчас пойдем куда-нибудь вкусно ужинать. Короче, мы тут на движнике ищем, где пожрать. Я похож на чувака, который... Ты похож на бруклинского, да, бомжа какого-то. Мы не в Бруклине, мы в Токио. Вот, короче, ходим. Так, впадлу снимать, честно.